Хеллоу, друзья, с вами Стив Про, и сегодня третья часть выживания в Майнкрафте Pocket Edition. Ну и по многим просьбам я установил моды, то есть установил мод Pocket Edition, довольно глобальный мод, и поэтому его можно считать за несколько модов. Ну что ж, давайте приступать. Я здесь уже переплавлял руду, вот. Ну и давайте посмотрим, что из нее можем сделать, друзья. Так, да, ну, получается, с него мы можем сделать батареечку, но это нам пригодится чуть-чуть позже, поэтому, так, нет, друзья, у нас на улице ночь, посмотрите вот на эту луну, это просто очень красиво. Ну что ж, давайте ляжем поспать, и после чего приступим к нашему выживанию. Да, так, ну что ж, надеюсь, все уже готовы, поэтому давайте в первую очередь, конечно, мы отправимся в пещеру, где мы найдем, надеюсь, новые руды. Так, где у нас там? У нас выход вроде вот там. Поэтому давайте побежали побыстрее. Ну, главное, конечно, не упасть вот в эту лаву. Фух, я прям был, можно сказать, между лавой и землей. Хотя там говорится по-другому, между небом и землей. Но у нас будет вот так. Маленько увеличу размер кнопок, а то неудобно, друзья. Ну и что ж, давайте спускаться в нашу пещеру. Так. Ой-ой-ой. Так, все. Так, у нас лазурит. Давайте его соберем. Нам, конечно, тоже не помешает. Если честно, я не помню, что бы сделал. Здесь был лазурит. Ну ладно, мы идем дальше. Дальше, опять же, вижу только лава. А, вот, друзья, вот у нас уже первая новая руда. Это у нас купер, друзья. Из него делаются довольно, ну, не клевые вещи, скажу, потому что он попадается почти везде. То есть это как уголь или как камень. Я не знаю, что можно как его назвать, друзья. Но тут у нас лава. Поэтому давайте отправляться назад. Так, мне показалось. Ну, ладно. Так, а вот, все отлично. Водичка. Давайте, наверное, сходим потом туда. А сначала давайте сходим вот сюда. Да, вот еще немножко купера. Как видите, очень много. Ну, и можно сказать, он как уголь, друзья. Вот угля тоже много, но когда-то его бывает и мало. И также с купером. То есть, он может когда-то быть, а когда-то его может не быть. Так. Там у нас ничего интересного, поэтому давайте отправляться вот туда. Я хочу залезть вот туда, друзья. Мне очень манит это место. Может быть, что-нибудь найдем, но это не факт. Не факт. Потому что мир был создан до того, как я установил этот мод. Поэтому руд здесь, возможно, даже будет очень мало. Ну ладно, все равно повыживаем. Не хочется начинать новое выживание. Наверное, вам тоже так же не хочется начинать новое выживание. Ну и ладно, давайте вылезем наверх и приплавим нашу руду, которую мы сейчас только что нашли. Ух ты, что я вижу. Друзья, это, наверное, у нас уран. Так, ломайся. Что это у нас? Да, это у нас и правда уран. Но если это был Industrial Craft мод, то мы бы получили полноценную радиацию, друзья. Но пока что разработчик этого мода не планирует добавлять вот таких эффектов, типа радиации и что-то такого. Потому что, ну, это будет муторно. Но разработчик этого мода планирует собрать деньги на... Наверное, все знают мод Tamcraft и... Он в своей группе собирает 4000 на этот мод. Когда соберутся все деньги, он продолжит обновление этого мода. Наверное, кто-то видел, что был такой мод Tamcraft на нашу версию. То есть не на нашей версии, а на версии 0.11.11. И он планирует, можно сказать, друзья, обновить этот мод за 4000. В группе собрался уже 3200 рублей. И ему осталось собрать всего лишь 800 рублей. Ну, конечно... Группа ВКонтакте называется Tamcraft P. Она самая первая, и сразу вы можете увидеть там деньги, то, что он собирает деньги. Ну и, по идее, разработчика он, конечно, не обманет, потому что он разрабатывает вот этот крутой мод. Ну, наверное, все хотят увидеть Tamcraft. Я его тоже хочу увидеть. Но, друзья, мы будем ждать, когда он все-таки накопит деньги и обновит этот мод. А мы будем надеяться, что он нас не кинет. Но это вряд ли случится, потому что все же он зарабатывает вот такой большой мод. Ну да, конечно, деньги с доната ему нужно собирать, потому что такие знания это очень большой прогресс, друзья. Да, ладно. Ладно, ну вот как видите, вот такое уже маленькое жонец началось. Ну, здесь у нас, по идее, ничего. Да, я так и думал. Я так, друзья, и думал. Ну, ладно. Ладно. Так, здесь у нас броня. Да, тогда украл броню у зомби, но ничего страшного. Она ему не пригодится, но нам нужно маленько покушать. Покушать всегда надо.
Так, броня у нас есть, но она маленько уже поломанная, поэтому скоро придется ее заменять. Ладно, давайте отправляться вот в эту пещеру. Если честно, эту пещеру я даже больно не лутал. То есть, ух ты, ух ты. Сидорович, друзья. Так, паучок, тебе пора умирать. Я уже вижу опять Купер. Ну ладно, давайте его соберем. Все-таки много руд не бывает, как вы знаете. Так, да, вообще прям много. Одна руда, ну ладно. Давайте отправляться вглубь этой пещеры. Так, пока я вижу вход. Ну, у нас уже тупик, ладно. Ничего страшного. Давайте идти вот в эту сторону. Здесь еще очень много разных проходов, которые ведут. Я даже не знаю, куда они ведут. Ух ты, друзья, вот это повезло. Да, вот так редко бывает, что тупик и нужные руды. Ну, хорошо было бы... Ух ты, что это такое? Хорошо было бы, если здесь была бы там, я не знаю, друзья, бронзовая руда, из которой мы могли бы сделать новые инструменты. Например, бронзовый меч, бронзовую кирку, я не знаю, насколько они хороши, поэтому я хочу увидеть именно эту руду. Но если эта руда не попадается, значит, оружие из этой руды очень хороши. Но мы будем искать, конечно, только ее, друзья. Так. Вообще темно, ничего не видно. Ну, давайте отправляться, как я сказал, в самую глубь этой пещеры. Пока что я больше ничего не вижу. Ну, я вижу только одни тупики, которые встречаются нам сегодня прямо везде. Ладно. Ух ты, хотите шоу, друзья? Вот вам шоу, смотрите. Да, очень красиво все упало. Ну что ж, давайте, наверное, будем подниматься наверх. Так, нам не сюда. Так, наши свечки, поэтому нам вот сюда. Да, я прям мастер логика. Ну, ладно. Ладно. Так. Друзья, очень классный мод и вправду. Но я очень жду, когда разработчик этого мода и вправду обновит свой мод на Томкрафт, потому что Томкрафт мне очень нравится. И с ним я даже сейчас играю на ПК. Да, друзья, очень классный мод. А также, друзья, кто, если играет в Антарна, такая игра есть на ПК, то... Если хотите, то давайте вместе поиграем на каком-нибудь сервере. И, друзья, если хотите поиграть, то, конечно, пишите мне ВКонтакте. Антарн, эта игра находится в Стиме, она совершенно бесплатна, выполнена в стиле выживания в пиксельном мире. Ну, те, кто играли в эту игру, поймут, о чем я говорю. И играю довольно долго. Но у меня было много Стимов, поэтому там у меня будет всего лишь 19 часов наиграно за одну неделю. Да. Это довольно мало. Ну ладно. Ну а так играл я в нее около года. И она мне очень нравится. Но одному играть на сервере, конечно, скучно. Поэтому, если вы хотите, то вы сможете присоединиться ко мне на этот сервер. Но в одиночку, конечно, я создать сервер не смогу, потому что там невозможно, друзья, создать. Если, конечно, у вас удастся, то мы можем поиграть вдвоем. Совершенно на пустом сервере. Ну или можем поиграть на сервере с игроками. Так, сейчас я планирую найти кого-нибудь жителя или моба. Так, кстати, как видите, мы сделали совершенно новые вещи из нового мода. Это прогресс. Ух ты, друзья, вот как это можно так сделать? Ну, как я говорю, Купер это, по идее, та же руда, что и уголь. Он может быть, а его может и не быть. Уголь также может спавниться и на поверхности. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Да. Наверное, все уже знает мой баг. Друзья, не обращайте на это внимания. Если я удалю свои root права, то никаких видео не будет. Видео будет, конечно, даже у меня Android 5.0, но видео будет настолько лагнутое, что вам не будет приятно смотреть. Поэтому, надеюсь, никому не мешает вот эти черные маленько черный экран, который появляется иногда. Ну, если честно, мне маленько мешает, но по идее это не мешает. Ну, не мешает, друзья, это ему не мешает. Так, вот мы собрали руду, и теперь, наверное, давайте отправимся обратно домой. Я не знаю, зачем мы сюда шли, но мы подошли найти моба, но моба никакого мы не нашли. Да, вот такая печалька, печалька, друзья. Ну ладно, поднимаемся наверх. А, кстати, там есть также новости о Майнкрафте 0.15.0. А, Даниэль добавил, точнее, Джейсон добавил езду на свинье, друзья. Это и вправду хорошая новость. А также Джейсон добавил поводок. Настоящий поводок, который можем делать теперь без всяких модов. Ну и некоторые новости также есть в Майнкрафте, друзья. О Майнкрафте, ну, наверное, многие хотят, чтобы я опять снял видео о новости, о новостях.
А вы как хотите, друзья? Нет, я не знаю, снимать или не снимать, но, возможно, многие уже узнают из групп. Но если хотите узнавать больше новостей, то, конечно, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Это лично моя группа, которую создал я. И вот, кстати, у нас первый моб из нашего мода «Пчелочка», друзья. Но, к сожалению, собрать мы ее не можем. Я не знаю, чем ее собирать. В креативе я пробовал собрать ее с очком, но у меня этого не получалось сделать, поэтому я не знаю, чем ее собирать. Ну вот, что ж, вот такое у нас выживание было сегодня. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.